Мы находимся возле будущего детского сада на улице Достоевского. На данном этапе здание полностью возведено. Однако готовность проекта составляет 43%, и основные работы еще впереди. Строительство детского сада на 196 мест началось в июле 2020 года. На сегодняшний день подготовительные работы полностью выполнены. Здание возведено, монтаж кровельного покрытия на стадии завершения. Изначально открытие планировалось на октябрь 2021-го. Возникла необходимость в дополнительных буровзрывных мероприятиях, поэтому срок ввода сада в эксплуатацию откладывается, но, как сейчас уверяют строители, детский сад будет введен до конца этого года. Подрядчик столкнулся с проблемой во время подготовки прилегающей к детскому саду территории. Когда снимали верхний слой грунта, наткнулись на скалу. Выход один – проводить буровзрывные работы. Ведь как раз на этом месте будут располагаться детские площадки дошкольного учреждения. Помимо обустройства прилегающей территории, в детском саду продолжаются и отделочные работы. Активно ведутся работы во внутренних помещениях. Мы на следующей неделе ждем бригаду, которая будет начнет заливать полы, и подрядчик уже приступит к работам по потолку. Помимо этого детского сада в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» строится еще 4 дошкольных учреждения. В Мурманске на улице Орликовой, в Мурмашах, Североморске и Алакурте. Анастасия Семенова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.